Привет, привет! А мы с вами будем делать обзор заказа без заказа. Ну, как сказать? Я вам покажу те продукты, которые люблю. Это мои пустые баночки, это те продукты, которые у меня повторяются вновь и вновь с каждым заказом. Это, наверное, очень важно, когда ты повторно покупаешь не одноразово какие-то продукты, а те, которые любишь. Мы посмотрим вот эти вот скидочки, это самые вкусные предложения и эти мои любимки. И также я жду заказ, как только он придет, я вторую часть смонтирую и непосредственно вам покажу. Но так я могу быстро выложить видео на YouTube. Итак, новость номер один. Ура! Цены стали прежними, цены стали ниже. Мало того, что есть продукты, на которые цены стали еще ниже, чем до повышения. Это просто потрясающая новость. Новость номер два. Это у нас восстанавливается подписка Wellness. Что это означает? Если вы покупаете три продукта, то четвертый продукт вы получаете бесплатно, то есть суммарно 25% скидка дополнительно, плюс еще и получаете за четвертый шаг баллы бонуса. Это очень круто. Но как человек, который имеет большой бизнес Oriflame, для меня эта новость была просто вау. Почему? Что это означает? Почему отменили подписку? Потому что из-за вот этих сложностей с поставками компания не могла гарантировать того, чтобы вы каждый каталог получали, потому что она не знала, а сможет ли вам до третьего каталога, хватит ли продукции Wellness на складе, как это все решится. Но когда мы видим, что компания вновь возобновила, поэтому она гарантирует, что на 4 каталога вам хватит продукции как минимум. Значит, уже появилась стабильность с поставками, решились вопросы, если цены снизили, значит, в компании уже как-то налажена логистика. Еще мало того, хочу сказать, у нас идут планерочки с руководством. Так вот, компания уже планирует акции на 4-й квартал. А что это означает? Это вот для тех, кто радовался, ой, Oriflame у вас там ушел или что-то. Нет, Oriflame, ребята, мы работаем, мы продолжаем работать, развиваться, расти. И еще я буквально по первым, вот от первым дням вижу, как пошли бешеные товарообороты, потому что косметику любят, второе, косметика заканчивается, третье, я сама понакидала в корзину столько, оказывается, у меня это заканчивается, это заканчивается, это заканчивается, это мне нужно как хомячок, потому что акция выгодна. И что хочу сказать, что нет никакой гарантии, что в следующем каталоге цены вновь не повысятся. То есть компания дала нам возможность в этом каталоге сделать вау-заказы, поработать с клиентами, рекрутировать, да, в общем, очень-очень круто. Фух, итак, давайте наконец-таки листать каталог и смотреть самые выгодные предложения и самые лучшие, вкусные, потрясающие продукты этого каталога. Кто ты, бунтарка или дикий ангел? Сразу вспомнила свою последнюю фотосессию. Как раз у меня была она стилистически ангела. Это такой, знаете, ангел уже без крыльев. Для меня это была очень мощная, такая сильная, ну, вообще классная съемка. Я надеюсь, что она попадет в очень крутые журналы, но это не об этом. Итак, кто ты, нежный ангел или дерзкая бунтарка? Кто такая дерзкая? Естественно, это красная яркая помада, которая привлекает к себе внимание. Даже не знаю, сколько у меня оттенков нюдовых помад. Наверное, как-то надо отдельно записать мой любимый нюд, собрать все-все-все помады со всех своих косметичек, с рюкзака, где спортом занимаюсь, в зал хожу, все. Я не знаю, сколько оттенков нюда, но когда я увидела вот
вот этот потрясающий нюд, и было трудно определиться, какие же два оттенка выбрать из трех. Почему два? А потому что идет акция при покупке второй помады, скидка на вторую 38%. Ну, как бы я всегда на всем экономлю. А для вас такой лайфхак. Хотите поднять продажи, своей каждой подружке напишите, что ищу пару на вторую помаду, ну, чтобы потом поделить среднее, посчитать и сделать им много-много пар. Хотя бы у нас пришли два заказа, мы с дочкой будем сейчас распаковывать, открывать. Давай. Это дочери спрей. Угу, бери. Сейчас я буду все это выкладывать и показывать уже на столе по категориям. Ха-ха-ха, это подарочек. Сейчас будем тестировать. Почему-то глаз не передает, но это реально прикольная тема. Ощущение, что ты смотришь как будто 3D. Прикольно. А за день не видно, не видно. Вот. Классно. Дочка сказала, себе оставляет. И таких два оттенка заказала. Это нюд. Это нюд. Наверное, я ошиблась с кодом. Это явно не нюд. Покажу вам коды. Помад, название, и вот на руке мне понравились они больше. Красивые оттенки, очень красивые оттенки, прям хочу нанести. Два оттенка нюда, сейчас протестирую, пижамная вечеринка продолжается. Вот такой нюд, он не совсем для меня нюд, но когда нанесла на руку, что-то такое вот интересный оттенок, у меня такого точно не было. И вот такой оттенок. Наверное, начнем со светлого и потом добавлю, да, тон. Ну, во-первых, мне нравится форма такой помады, что она как капелька, что она повторяет непосредственно губы и хорошо наносится. Оттенок 43-280, какой-то там нюд. Мне нравится. Мне нравится. Это мой любимый нюдовый. Сейчас я боюсь нюдовых, когда они прям сильно белесые, они смотрятся на как труповато, да? Все-таки нюд чуть-чуть вот такой, он вроде как и холодный, но он не кирпичный, не рыжий. Ну вот, хороший нюд. Да. Идет. Насчет второго оттенка помады я сомневаюсь. Получила немножко разочаровалась, потому что я такие оттенки не ношу, но, вы знаете, надо пробовать, потому что на губах оно может смотреться по-другому. Давайте посмотрим. Как вам такой оттенок помады? Мне кажется, он не мой. Что вы на это скажете? Проголосуйте. Мне кажется, мне нравятся более светлые оттенки. Хотя, не знаю, как-то пока непривычно с этим оттенком. Может быть, не под пижаму точно, а под другое что-то, поярче. При покупке на 1000 рублей линейки The One вы получаете парфюмерный спрей. Хочу сказать, после душа он у меня лежит в ванной комнате. Не буду доставать, потому что... когда вы хотите поднять настроение не только себе, вы после душа тонкой вуалью наносите этот потрясающий, очень эротичный, скажу прямо вам, аромат, и потрясающе ложитесь спать, даже для себя любимой, либо не для себя. В общем, стоящая вещь, и я очень рада, что он идет в подарок, он не один, да. Парфюмерный спрей в подарок. Вот. Из декоративной косметики вот я заказала 3 средства. Плюс карандаши и домой. Я не один, я даже 2 аромата Love Potion в подарок получила. Как здорово. Хомячок-то радуется. Да. Так, мои хорошие. Вот это я очень хотела, ждала. Ну, во-первых, лето. Вот эту новиночку я очень долго ждала, очень хотела. Да, у нас когда-то давным-давно был такой стик, и сейчас мода на стики возвращается. И до вот этого всего закрытия я ходила в Sephora, смотрела новиночки. Я очень люблю все тестировать, смотреть, да, свотчи делать, косметики.
как же Benefit, по-моему, да, Benefit, да. Я тестировала вот такой стик, и прям ручки чесались, ой, как чесались, но я ушла, я выдержала, стойко выдержала. Но тогда у меня закралось то, что я хочу его обязательно себе на лето. Почему? Потому что летом вы не хотите какой-то такой плотной основы. Спасибо, кушан есть, когда вы делаете легкое вуальное покрытие. Но вот такой вот стик, буквально немножечко подмазать вот в этих местах, и сразу минус 5 лет вашего возраста, где-то у вас может быть пигментация, где-то неровности, чуть-чуть подкорректировать, и все, да, и вы готовы сиять, сиять и побеждать. А какой оттенок? Ну, как бы я получу и добавлю сюда к видео, а так я взяла слоновую кость, потому что чаще всего я этот оттенок беру. Ну, если даже если промахнусь, то в следующих заказах я дозакажу, потому что если у вас оттенок чуть светлее, это тоже прекрасно, вы будете использовать на вот эти части, вот тут подмазать спинку, не спинку, вот носик, да, а когда темные, то непосредственно скулы и чуть-чуть затемнить где-то, да, то есть вы можете прекрасно варьировать, использовать вот такой вот тренд. И да, несмотря на то, что кажется, его мало, такого стика обычно хватает надолго. Стик в оттенке слоновая кость. Мне прям не терпится его посмотреть в деле. Вот столько продукта. В принципе, хорошо. Хорошо. Мне кажется, близко с оттенком моей кожи. И, видите, синеву вену перекрывает, только виден объем. Проблема это вот здесь все время темные круги под глазами, несовершенство кожи, да, и посмотрим, чуть-чуть пигментация. Как его наносить-то, а? Давайте вот так. Так. Где мне там надо перекрыть? Ой, как он тушуется хорошо. Тушуется просто прекрасно. Вы видите, насколько лицо стало более однородным цветом. Первое впечатление довольно. Не забивается в поры, чтобы там, например, смотрелся как консилер. Еще хочу раз немножко вот так вот протестировать. А вы знаете, даже пальцем он тушуется, то есть, в принципе, да, такое шелковистое скольжение идет. Я пока очень-очень-очень довольна. Очень довольна. Вот прям очень довольна. Я, конечно, потом потестирую, посмотрю, как он себя чувствует, насколько комфортно, но да. Да, в моей косметичке он будет. И сейчас я буду с ним играться, и думаю, он будет в моих фаворитах. Точно. А новинку, которую я очень жду, это матирующий ролик из вулканических минералов. Я думаю, что за продукт такой? Начала гуглить, начала смотреть и нашла много отзывов. Это тренд из Азии, где азиатки показывают, что вот у меня кожа там блестит, проходит с этим роликом, вуаля, о чудо, тут же вы видите матовый финиш. Этот ролик можно помыть в воде, использовать многократно, то есть это замена матирующим салфеткам. И не знаю, как я уже везде писала, потому что я не могу вообще без матовых салфеток, без матирующих. Я покупала пачками их раньше, затаривала, запасы у меня закончились, потом начала покупать на Валборес и говорю, что компания Oriflame, почему вы убрали салфетки? Ну, видно, там что-то с поставщиками, да, и вот этот ролик, он как раз-таки, что вам не нужно такое количество матовых салфеток, вы просто этот камешек помыли. Правда, вот интересно, да, сколько раз его, как часто мыть.
Это уже другой вопрос. Ну, я очень жду. И в то же время я гуглила много отзывов, и в том числе на Валборис. Там есть какой-то ролик. Это под типа под ревлон все говорили. Нет, это не ревлон. Кто-то хвалил, кто-то говорит, а у меня этот камешек выпадает, и больше я его вставить не смогла после того, как один раз помыла. А тут голимая паль. А тут говорят, вроде ничего, хорошо. В общем, много противоречивых отзывов из-за качества выполнения такого ролика. Но в целом, да, им интересуется. Это такой тренд, который набирает обороты. Очень рано, очень рада, очень-очень рада. В общем, будем смотреть, будем тестировать. Возможно, я запишу отдельное видео, как только его получу, какой эффект, какой результат. Потому что и второй момент, да, нам компания сказала по секрету, что их не очень много. Вот, поэтому, кто хочет, тут пусть, ну, имейте в виду, да. А потому что это такое непонятное еще направление, зайдет, не зайдет, и вкладывать большие деньги в то, что зайдет или не зайдет, ну, думаю, что я бы как бизнесмен тоже не стала бы рисковать. Поэтому вот вам попробуйте, а там мы будем иметь в виду. Если пойдет, то сделаем еще повторную закупку. Роликовый массажер, мы видим, он совсем небольшой. Выглядит компактно, аккуратненько. Шарик. И, конечно же, сейчас буду пробовать на себе. Как раз у меня кожа блестит. Давайте помним и проверим. Видно, да, более матовое лицо. Лицо стало более матовым. Говорят, что тональный крем, макияж он не затрагивает. Ну, как бы не нравится, как такой шум идет, как минус. Буду тестировать. Я пока не знаю, нравится мне это или не нравится, но жир он убрал. Вот. Так, что у нас? Тушь. О, ну, прекраснейшая тушь. 5 в одном, всего лишь 299 рублей. Надо брать для тех, кто пользуется тушью. И вот сейчас у меня, получается, пошла 5-я неделя, да, немножечко оттянули с мастером по ресничкам, и вот в эту 5-ю, 6-ю неделю я как раз-таки прекрасно пользуюсь нашими тушами, подкрашиваю, как и нижние реснички, об этом я всегда говорю. Это моя самая любимая помада. Помада с матовым эффектом. Ой, это вот, кстати, у меня на губах эта помада. Это, наверное, самая моя ходовая помада в том, что у меня есть абсолютно все оттенки. Есть видео, я ссылку скину ниже. И мне кажется, за исключением 2-3 оттенков, которыми я не пользуюсь, потому что, например, мне не идет ярко-оранжевый, хотя у меня есть платье, где вот оранжевые цветы есть, черная с оранжевым, да, я ее классно использовала. Ну а так, это все оттенки, я обалдела, что мне идут все оттенки. Неоднократно показывала, у меня есть коробочка, в целом, вот такая коробочка квадратная, где все оттенки. Самый большой минус этой помады, вы не угадаете. Это тот, что вы не поймете, какой оттенок, пока не открыли саму помаду. И когда я хочу накрасить именно этой помадой, а она хороша тем, что она тебя не подведет, она не смажется, она имеет стойкий матовый финиш, я сейчас попила кофе, и она крутая, она реально крутая. Но чтобы найти тот оттенок, который я хочу именно сегодня, а я не знаю, какое сегодня у меня нюдовое настроение и в какой гамме этот будет, я открываю это, отставили, это, ну, может быть, вот это вот я 4-5 найду, а потом, наверное, вот эту. Закрываю крышечки и спокойно ей крашу. А сейчас я вот просто достала и вот, ну, вот, ну, и вот этот вот оттенок, думаю, в принципе, пойдет. А, я разобралась, это есть помада-карандаш стойкая, а я говорила вот про такой, и то, что здесь очень много оттенков, вот именно все вот эти вот оттенки я всеми крашусь. Ссылка будет в комментариях под видео, посмотрите все оттеночки, все свотчи на руках, на губах. Вот потрясающая помада, обожаю, обожаю бесконечно. Вот, у меня роза, вот это вот, наверное, в общем, он называется роза. Оттенок точно.
Так, блески, блески. Тоже смотрите, сейчас мода на то, чтобы прям на губы вы немножечко добавляли блеска. И у меня у дочери какие-то вот из этих оттенков. Она у меня так периодически забирает. Так, что еще, что еще? А знаете, как я радовалась, когда увидела, что скидки на парфюм. И цены стали такими, как были раньше. Вот, и мало этого, я нашла, я закупила, затарила еще один флакончик. Не знаю, какой по счету. У меня есть еще один новый, и плюс один у меня в заказе. Плюс была акция, и дополнительно на аромат еще к этой цене я получила скидку 10%. Ой, кстати, надо нанести. Ой, боже мой, как я люблю этот аромат. Как я люблю этот аромат. Все знают меня по этому аромату. Это вот мой. Ну, я постоянно вам об этом говорю, что же. Не знаю почему. Вот сколько бы я ароматов дополнительно не покупала, ароматы настроения. Утром просыпаюсь, могу этот, могу тот, там могу у нас спорт другой аромат. Но я и вот эта вот моя энергия, это вот... Это я. Вот это мое я. Не могу без этого вообще аромата. Кстати, и как-то мы с Вовкой Шакиным гуляли, смотрели цены, и в Литуале я нашла новый аромат, не помню, как он называется. И вот начали, я уже рассказывала эту историю, начали смотреть, и тут же я поняла, боже мой, какой в фиолетовом флакончике, такой аромат, такой вкусный, такой... Вова говорит, так это ж твой аромат, амбр эликсир. Я говорю, да? Он там больше добавлен нотки такого раздавленного темного винограда. Вот для меня вот и виноград там больше вот присутствовал. И ну, аромат где-то около 10 стоит. Вот его бы я точно купила. Вот его бы вот прям. А потом еще буквально неделю назад я заходила, нанесла его аромат, немножко походила, и как-то я его на себе больше не услышала. Этот аромат, он более легкий. Вот этот аромат, который остается шлейфовым долго, вот, и причем он не отяжеляет, он настолько соблазнительный, настолько крутой. И даже вот многие говорят, а, все, знают, что я бы где-то проходила, потому что этот аромат остается еще шлейфом таким вот. А тот он более легенький ароматик. Но вот тот аромат я бы точно купила. Вот, Люсия Брайт Аура, этот аромат был любимым, наверное, 2 или 3 года назад, как только эта новиночка вышла, он свежий, воздушный, весенний-летний, а вот летом не хочется много на себе таких насыщенных, глубоких ароматов, хочется такого легкого, воздушного. Это как раз этот аромат, и он у меня где-то есть. Есть ароматы, которые у меня, так как у меня много ароматов, я старые ароматы, или которые вот чуть-чуть заканчиваются, я их убираю в какую-нибудь коробочку и потом под настроение достаю. Вот, так, что у нас есть? Роза где-то показывает. В общем, смотрите сами ароматы. А лучше всего, конечно, еще и покупайте пробники, чтобы посмотреть, какой аромат нужен вам сегодня и сейчас. Вот, приятный ценный аромат. Но вообще, я рада ценам. Не передать настроение, как я рада была, когда узнала, что цены, вот когда я листаю каталог, и да ладно, а что, правда? Нет ошибки, я смотрю, цены снизились, и на продукцию Wellness, на Wellness Pack тоже цены снизились. Так, листаю дальше. Посмотрите, не буду доставать, очень люблю вот этот карандаш для глаз. Так, а здесь есть коричневый оттенок? А нет коричневого оттенка, и очень плохо, был здесь коричневый, темно-коричневый, я им рисовала постоянно стрелки, моя любовь, ну вот осталось только черный. То, что обязательно рекомендую, а где моя рекомендация? А вот она моя рекомендация, это вот эта вот подводка. И вот она у меня самая любимая подводочка. Давно водку не пила. Что это у меня такие мысли? Что-то у меня настроение сегодня такое веселое, игривое. К чему бы это? Ну, в общем, подводка. Это лучшее, что было 20 лет в Oriflame из подводок.
это лучшее из лучших. Когда мне спрашивают, какую Ирина подводку, вот только вот эту подводку, были какие-то марки. Сначала она была хорошая, потом вроде нарисуешь, буквально 2-3 недели она высыхает. То мне не устраивал сам вот этот вот... Короче, чем лайнер красить. Я сейчас не буду это доставать делать, потому что у меня белая рубашка. Я ж вот могу на любом месте как бы сделать и перепачкаться. Вот, сегодня делала подводку. Вот они, стрелочки. Кстати, по поводу стрелок. Я не знаю, может быть, у вас такая ситуация бывает. Когда у меня... я никуда-то не иду. И вот делаю подводки, красивые стрелки. Они у меня прекрасны, они у меня такие красивые. Я прям настолько восторгаюсь, думаю, боже мой, какие красивые стрелки. Но если мне куда-то дать, вот у меня была вчера фотосессия, одна у меня на север, другая у меня на Кавказ. Я ее потерла, я ее доделала. Потом опять тут еще, то криво еще, то она выскользнула у меня. Я думала, что у меня много времени с запасом на макияж. Но когда я делала подводку... У вас такое бывает, вот как куда-то надо, так что стрелки — это такое дело, такое непредсказуемое. Первое знакомство вот именно с такими подводками у меня было Кэт Ван Ди, был тестер, она вот такая небольшая, после этого я так думаю, боже мой, какая подводка, неужели такие классные бывают, и после этого у нас выходит в Oriflame, и все, это любовь, и я даже больше мне не было мотивации где-то искать. Много лет моя любовь была к таким карандашам для бровей Джордани. Очень удобно, что щеточка вы тут же можете подтушевать. Пока не вышли вот эти вот малышки, они со скидкой дальше будут. И причем они у нас еще есть в распродаже. Я взяла сразу быстренько и темный, и светлый оттенок. Я люблю рисовать обеими карандашами. Это уже не первые, которые я искрашиваю. Очень-очень крутые, классные, но потом все-таки я беру щеточку для бровей и все-таки растушевываю. А до этого у меня щеточка была вот эта. И эти карандаши у меня закончились, у меня есть новые, но рука тянется вот к этим. И они стоят нам, по-моему, 135 рублей, что ли, вот так эти карандаши. В общем, очень-очень крутое предложение, люблю. А вот этот вот карандаш, который заполняет, я знаю, что есть классные отзывы, что нравится, еще там типа кушан такой. Ну, мне как-то не зашли, что есть то есть. Плюс светлый оттенок, он какой-то, мне кажется, зеленой. Ну, для блондинок он идет. Вот такой вот пигмент. Ну, короче, мне не зашел. Они валяются, мне они, ну, как-то вот не понравились. Не знаю, не тянется к ним рука. А вот к этим за 135 рублей. Обратите внимание, что у нас очень вкусный Е-каталог, тем, что вы можете даже посмотреть видео. Очень классно, что вы листаете каталог, и уже можно посмотреть модный макияж. Этот макияж я его хотела сделать, когда буду записывать видеообзор. Но забыла, когда делала сегодня. Ну, бывает. Что ж, бывает. А жидкость для снятия лака брала в прошлом заказе. Также еще один оттеночек лака взяла. Вот. Кстати, обратите внимание, тушь 189 рублей, достойная тушь, классно красит, и еще есть здесь коричневый оттенок, нет, сейчас здесь нет коричневого оттенка, рекомендую, у меня дочка пользуется. Так, помады, очки, вау, что я себе заказала, это вот этот наборчик дорожный, у нас была линейка молоко и мед, и в тревел-версии, так хочу сказать, лет, наверное, 6 точно я переливала потом вот эти маленькие флакончики, мой любимый шампунь, молоко и мед, и все, ну, и брала в дороге. Единственное, что мне не нравится в этой тревел-версии, тем, что здесь одна емкость для крема, а у нас есть и дневной, и ночной крем, но в то же время... у нас есть капсула для лица, я потом вспомнила, когда если куда-то еду в поездку, я очень часто беру капсулу Novage и вот капсулу у нас Rai Vivet, которая будет со скидкой. Очень-очень ждала его. Классно, что для умывашки может быть вот такое средство.
Здорово всегда вот в поездку, хотя, знаете, как бы, с одной стороны, мне бы хотелось даже, может, ну, в принципе, можете налить-то не все, да, не весь флакончик спрей. Это у меня сразу пойдет как термозащита, да, потому что всегда беру с собой, да, либо кондиционер, сиси гель, ну, 22 в одном, да, и шампунь-кондиционер. Вот, конечно, бы хотела, чтобы у меня было два таких крема, да, дневной и ночной. Смотрите также внимание на вот эту пляжную сумку. У меня рука дрожала, и я такая, заказывать или нет, я положила ее в корзину. Так же, как и коврик, обязательно рекомендую. Это вот потрясающий, у меня их три таких коврика уже есть, но другого цвета. Мы всегда, когда идем гулять в парк какой-то, всегда с мужем берем два коврика и идем, увидим травку, падаем, кидаем эти коврики. Они очень тоненькие, они очень легкие. Мы лежим с ним, валяемся, смотрим. То есть я могу поработать, он почитать книжку. В это время дочка где-то скачет с детишками, да, вот потрясающе. И люблю вот эти два отдела в сумке. У нас есть такая, ну, сеточка. Ну вот сеточка — это плохо. Это плохо, потому что ты можешь взять такое, что-то такое, что-то просвечивает не всегда эстетически красиво. Вот, то есть я бы вот эту сумочку взяла, а вот эта сумочка, сумка, она эко-холодильник, то есть можно взять сюда что-нибудь, такие продукты, которые не испортятся, потому что она защищена фольгой, и хочу сказать, туда я беру холодные бутылочки, да, когда вот хочу, чтобы, ну, как бы, ну, когда ты на пляж идешь, чтобы было остывшее. Также я помню, знаете, что мы делали? Вспомнила. У нас еще такие железненькие бутылочки были, зелененькие. Помню, как-то мы с подружками пошли загорать, и вот, в общем, в бутылочке мы перелили ламбрусочку. И вот она у нас была холодненькая, в бутылочках там лежала, и мы свободно попивали, распивали. С музыкой плавали в бассейне, также помню, ну, я вот такую вот бутылочку с собой всегда беру, там же неизвестно, что вот это, а там железненькая бутылочка, красивая вот такая была, насчет такая металлизированная. Ах, лето, скоро начинается пляжный сезон. В общем, прекрасная. Так, что еще? Норхен. Есть у нас отдельный каталог Норхен, я посмотрела, вздохнула. Посмотрела свою корзину заказа и сказала, ну не в этот раз. Кстати, потрясающе смотрится набор. Еще раз сделаю акцент такой, да, когда мне говорят, ой, посмотрела каталог, ну нечего заказать. А у меня, как всегда, на 200 баллов. И там даже нету заказов от клиентов, потому что, ну, там вот эти вот все расходники. И причем в этом заказе у меня даже нет ни одного продукта wellness. И долго не будет продукции wellness. Не потому что она мне не разонравилась. Я потом расскажу, почему. Сейчас пытаюсь вспомнить, какое количество штук было у моего мужа. Много. Короче, классные ароматы. Мужские ароматы. Новейдж. Кстати, пребиотик. Ну что, опять wellness пошла линейка. 3400 по каталогу, нам 2700. Ладно, почему я не заказала wellness? А потому что, когда я узнала, нужно чем-то заменить из Oriflame. Что-то можно, может быть, купить в других компаниях. Но когда вот эта непонятка началась, и было непонятно с поставками, с ценами, мой хомячок затарился. Плюс у меня открытая банка шоколадного и ванильного. Плюс у меня открытая шоколадного и у мужа. Муж берет на работу с собой всегда. Каждый обед он пьет. Его очень идеальное решение. И в какие-то поездки куда-то ехать всегда беру с собой.
Когда-нибудь слышишь такое финансовая грамотность? Для красивой девушки финансовая грамотность – это вкладывать деньги в активы, которые будут приносить что-то. Вот у меня есть активы, которые приносят здоровье. Моя финансовая грамотность. Это мой хомячковый запас, когда я узнала, что возможны проблемы с поставками и что отменится подписки Wellness. То есть каждый четвертый продукт был бесплатно. Плюс у меня мама берет витаминки и для мужа. Это не считая наших открытых. И то, что я маме отдала. Это еще не все. А еще есть омега. Кальций, витаминки и астаксантин. И мое удивление, что оказывается мои хомячковые запасы астаксантина исчерпались. И это уже открытая пачка. У меня дочка очень любит астаксантин. И плюс, когда я ездила в поездку, дополнительно с собой брала. Потому что, вы знаете, очень-очень круто работает. Очень круто, что когда ты не понимаешь, простыл ты, не простыл, дополнительно еще несколько капсул выпиваешь, и все-все в порядке. И, кстати, в Японии астаксантин считается как питьевой санскрин. Это средство, которое очень круто работает над защитой кожи от ультрафиолета полностью всей кожи, не только лицо, а все. И также помогает удержать уровень увлажненности кожи. Это вот витамины красоты дополнительно. То есть одна капсула – это ежедневно минимум. Когда вы считаете, что вашему организму нужна дополнительно поддержка, иммунитет, и я считаю, что это как антибиотик, такой природный антибиотик, это астаксантин. Вот его нужно еще подзатариться, поэтому когда будет акция. Ребята, это не на продажу, это то, что нужно для нашей семьи, вот такой вот запас. Поэтому я так думаю, что Wellness я в основном буду заказывать, может быть, коктейльчики, потому что Wellness пэка у меня достаточно. Или буду в следующих каталогах покупать Норхен. Еще вот такая интересная новиночка. Это тренажерный зал у вас в кармане, в сумочке. А когда началась пандемия, приобрела по совету своего фитнес-тренера и занималась месяц дома вот с такими резиночками. Три уровня сопротивления: легкий, средний и тяжелый. И куча просто упражнений. В Ютубе можно посмотреть, как можно делать различные виды. Да? Очень крутой гаджет. Тренажерный зал. Зал в кармане. В кармане, конечно, зал. Вот. Кстати, обратите внимание, что да, вот, конечно, сейчас по бюджету многие экономят, то эти витамины входят в состав Wellness Pack, но здесь на 21 день, а здесь 60. То есть это как 3 Wellness Pack. Да, здесь еще не хватает омеги и астаксантина. Так, уход за лицом, Novage. На данный момент сейчас пользуюсь дневным кремом именно из этой линейки. Здесь SPF 30, крем дневной, и рекомендую. Для вас будет даже не вот эта цена, а еще минус 10% скидки, потому что, скорее всего, вы делали заказ, и у вас, скорее всего, в розыгрыше в купоне есть обязательно скидка на этот крем. Вот, если вы очень-очень сильно хотите, у вас нету скидки на купона на 10% на крем, так и быть, напишите мне, я вам отдам, подарю один из кодов. Вот, первые 3 человека, это точно железобетонно, у меня они есть, а дальше хомячок не отдаст. Вот, также рекомендую вот этот дневной крем для чувствительной кожи. И да, здесь идет и скидка, и еще 10% купон. Потрясающие. Вот эти мне 2 дневных крема очень круто заходят. Несмотря на то, что у меня комбинированная жирная кожа, другие крема, они мне тяжеловаты из линейки Novage. Вот. Так, листаем дальше. И вот сейчас очень выгодно использовать как раз-таки скидку на дневные крема и именно из линейки Novage.
для проблемной кожи. Вот летом у нас начинается такая пора, что мы едим все подряд, и фрукты, и все, и высыпание. У меня вот здесь вот красота, и вот здесь вот красота. Вот одновременно, вот симметрично, как выскочили, бу-бу, сюда. И вот я здесь намазала, и вот здесь на ночь намазала. Вот таким, и плюс еще про запас себе брала. Мне очень нравится, как это действует. Обращаю внимание также на капсулы Royal Velvet, я думаю, они у многих уже есть. Вот это вот мне не подходит, это для сухой кожи, это у меня у мамы. Вот, в общем, еще бустеры также есть для проблемной кожи, бустер. И вот мне больше всего энергия понравился бустер вот такой. А готовы вы к лету или нет? Так вот, потрясающая серия. И я заказывала еще в прошлый раз. И, как оказалось, у меня совсем мало спрея для лица. Потому что если я выхожу загорать куда-то и мне нужно нести, я дополнительно наношу SPF 50. Это непосредственно, когда я иду на крышу, когда я ложусь, я обновляю SPF всегда. И я надеюсь, что будет очень крутой роликовый вот этот вот... Короче, ролик матирующий. Почему? Потому что, когда вы наносите этот SPF, да, вот именно этот спрей, кожа, она жирнится, и вот этот вот жирный блеск, он прям какой-то вот мне не нравится, да, но в том числе нужна защита, это главнее. И поэтому я считаю, что я брала это матирующее с салфетками, еще и убирала, поэтому я буду брать на пляж. И я заказала вот этот SPF. И я не знаю, ошибка или нет, но я ввела купон 10% скидки на дневной крем, и этот купон прошел. Это был единственный дневной крем. Короче, походу, SPF-купоны действуют еще вот и на эту штуку. Я вам не говорила. Пробуйте. И еще я заказала вот этот крем после загара. Это обязательный крем. Потому что вот все говорят, вау, я хочу, чтобы у меня была красивая, загорелая шоколадная кожа. И при этом вот так вот приходят, начинают загорать на пляже, в том числе и видишь, вот, ну, то есть нормальные люди, когда вот я прихожу на море, они уже половина 11 уходят с моря. А некоторые люди, которые приехали отдыхать, они в 11 только приходят на море. И потом на следующий день ты видишь, они как креветки красные. И я знаю, что они приедут буквально недели, они будут облазить, как вот, прям кусками они будут облазить. Нафига такой загар? Ну так вот, если вы загорели, то всегда после загара наносите этот крем. Крем. Во-первых, он охлаждает, раз. А во-вторых, он максимально увлажняет, восстанавливает кожу и фиксирует, закрепляет загар. Поэтому на лето я затариваюсь вот этими кремами. У меня открытый есть, плюс новенький, и я еще один себе заказала, поэтому в распаковочке заказа его увидите. Сколько он стоит? Желе 359 рублей. Стоит того. Короче, много-много всего еще есть. Ну и, конечно же, зубные пасты, зубные щетки. Конечно же, я всегда рекомендую заказывать две зубных щетки, пасты. Зубные пасты, одна утром, другая, чтобы вечером стояла. И периодически их меня. Да что ж я сегодня заговариваюсь? Вот, вот такой же гельчик заказала для душа. Солнцезащитка после загара. Мой любимый Essence & Co. Также гельчик, да, очень тоже мне понравился дочери. И это в подарок пришла по акции, она была зарезервирована. Знаете еще что? У меня позаканчивались все маски для волос. У меня у дочери закончилась, она стояла на ванной. А у меня еще вот эта маска была в спа. Я с собой беру в спа. После того, как я схожу в хамамчик, попарюсь, я ее наношу. Наношу, одеваю колпак, и потом опять второй раз париться. Вот, заказала вот эту. Также заказала для окрашенных волос и плюс молоко и мед. То есть в этом заказе у меня три маски. Обожаю масла Элео. Отдельно запишу видеообзор, где расскажу про уход за своими волосами и как я отрастила волосы. Вы просили, постараюсь сегодня записать. Долго откладывала эти средства. Вот у меня здесь прям очень много, штук 20 средств по уходу за волосами. В моем заказе это для меня шампунь, для дочери
и 3 маски для волос. Делаю распаковку. Хочу показать. У меня всегда включено масло. 3 раза в день я включаю. Очень люблю. И вот. Ну и, конечно же, жидкое мыло для рук. У меня сразу поднимается настроение. В ванной практически всегда Essence Co. стоит. И вот это то ощущение, когда ты прикасаешься к роскоши. В дорогих отелях 5 звезд, в дорогих ресторанах ты приходишь. Во-первых, в туалете это... нереально красивая роскошь, и это обязательно стоит, жидкое мыло и вот такой лосьон, причем они стоят от 3-4 тысяч, вот эти вот серии за каждую штучку, и вот ты моешь руки, и ты понимаешь, это просто блаженство, наносишь капельку лосьончика и кайфуешь, наслаждаешься, а потом вспоминаешь, у тебя дома такой же есть, и такая же дома домашняя роскошь. Так, ну вот про гели для душа я ничего говорить не буду, хотя это сейчас то самое время, когда расход увеличивается в разы, потому что это утром душ, это вечером душ, и еще, так как это жарко, так как это кожа летом пересушена, то, конечно же, обязательно рекомендую запастись кремами для тела, потому что кожа будет суховата, ей нужна влага. А что нужно, чтобы удерживать влагу? Ну, то есть... это крема. И гели для душа, они иссушают вашу кожу, да? Вы же постоянно моетесь, то есть обязательно крема нужны. Я не люблю днем, когда я принимаю душ, носить крем. Мне дискомфортно, мне кажется, липкость, не успела впитываться. А вот на ночь я себе позволяю все, что угодно. Все, что угодно я на ночь позволяю себе. И еще 799 рублей. Это... набор, посмотрите, 3 средства, туалетная вода, дезик и мыло. Не знаю зачем, но я заказала. Почему? Потому что у меня всегда есть такие наборы, потому что муж говорит, давай, там срочно кому-то нужен подарок. Я, опаньки, и заказ, и готов. Или там девочке, мальчику, мужчине, женщине. Вот, 799 рублей, посмотрите, 3 средства. Это и туалетная вода, дезик, и гель для душа. Это классное средство, вот это потрясающий аромат с зеленым яблоком, очень хороший, свежий, вот у меня утренний. Он, вот этот аромат мне нравится. Даже дешевле, чем просто туалетная вода стоит набор. И третий набор, который я купила, это Giordani Gold, мужской, туалетная вода и дезик. Вот. Так. 2 мужских набора. Это для мужа точно 100% оставлю, а это как подарочный вариант. Набор для девушки тоже ставлю в подарок. Скорее всего, племяшке подарю. Один амбр эликсир у меня запечатанный был, и еще один себе заказала. Ну и последний. Конечно же, последний это для наших ножек. Для наших ножек у меня это, конечно же, всегда есть. И заказала еще спрей для дочери. Она у меня любительница. И опять же таки, у нас сейчас такое время, когда мы ходим часто в кедах, кроссовках, а ножки, они могут предательски пахнуть. Вот, поэтому всегда чистые носочки, спрей можно носить как на сухую, непосредственно кожу, так и непосредственно на подошву кроссовок. Мой весь обзор заказал. Пишите в комментариях, что заказали себе вы, какие продукты, как вам цены. Ну и, конечно же, до новых встреч. Очень-очень-очень надеюсь, что в следующем каталоге цены не поднимутся. Хотя я не знаю, вообще не знаю, что у нас в мире творится. Сейчас вообще ничего постоянного и стабильного-то нет. Фух, ну надеюсь. Все, пока.